Вы знаете, замечательный праздник сегодня отмечает вся наша страна, День российского флага. Действительно, флаг – это, наверное, главный атрибут любого государства. И правильно сказала Елена Владимировна при открытии этой акции, что у меня, например, всегда мурашки по коже и волна гордости за Россию, за нашу Родину, за страну. Пускай она всегда будет великой и непобедимой. Конечно, очень приятно, когда на соревнованиях поднимается наш флаг, особенно на международных. Это необыкновенная гордость. Поэтому сначала это гордость за свою страну, а потом гордость за наших спортсменов. Я очень надеюсь, за раменских, которые нас будут представлять на различного уровня соревнованиях. День флага, по-моему, Российской Федерации. А что еще можете сказать про наш флаг? Красивый? Хорошенький, да, симпатичный, узнаваемый, красивый. Слегка переделанный голландский, как Петр его переделал. Поменял местами. Флаг у нас, в принципе, похож на французский, только немножечко полоски другие. Яркий, красивый, хороший, мне нравится. Да, красивый, чувство гордости. Ну, так, как раньше был, такой же флаг у нас. Замечательно, что у нас появился новый праздник, все равно это все-таки новый. С 1994 года вся страна отмечает День национального флага России. Это просто замечательно, это не какой-то искусственный праздник. Я думаю, что он нужен обязательно всем жителям. И у нас в Раменском это уже традиционно проводится, День национального флага России. Так что с праздником вас всех. Он просто чудесный, этот флаг. Этот флаг вдохновляет всех, мне кажется, наших россиян к победе, к миру, к добру. И, конечно же, занятию спортом.